Я не хочу сказать, что ехать в Крым совершенно безопасно сейчас, потому что я предполагаю, что через некоторое время Украина начнет наносить удары по Крыму. С другой стороны, до, допустим, Черноморского побережья, допустим, район Сочи, Туапсе и так далее, ну, вот сейчас прямо в это лето Украина вряд ли доберется. Хотя теракты возможны везде, но они возможны не только на Черноморском побережье, они где угодно возможны. По Крыму могут залепить уже и этим летом. Могут. Залепят, не знаю. А так это гадание на кофейной гуще.